Роман Дмитриевич, как вам тренировка? Какие упражнения отработали вместе с главным тренером сборной России 2007 года? Хочу сказать, что для нас вообще большая честь была, что именно на нас пал выбор того, что проводили тренировочное занятие. Сегодня мы уделили внимание групповой работе по амплуа. Линия атаки занималась своими упражнениями, завершением, линия обороны играла те модели игры, которые нам необходимы в обороне, в фазе обороны, перестроение относительно мяча, игры по верхнему мячу, компактности, страховки и реакции на открытый и закрытый мяч. И завершили мы тренировочное занятие двусторонней игрой. Как оцените двустороннюю игру? С точки зрения оборонительных действий, за что я отвечал, достаточно неплохо. С точки зрения атакующих, чуть-чуть чувствовалось переживание у игроков. Плюс, опять же, наш тяжелый график сказался на качестве работы с мячом. Где-то чрезмерное переживание было у футболиста, потому что все-таки тренер сборной за ними наблюдал и хотел себя проявить, показать. И что-то не получалось, что-то получалось. Но с точки зрения вообще в целом тренировочного занятия, мы можем поставить четверку себе за сегодняшнее занятие по пятибалльной системе. Ребята сильно волновались, то, что тренерский штаб сборной здесь, плюс другие тренеры национальные команды других возрастов за ними следят за этой тренировкой. Насколько вот они переживали? Скажу так, в раздевалке перед футбольным полем была, наоборот, уверенность, улыбки на лице, раскованность. Но как только вошли в процесс, чуть-чуть почувствовался мандраж, чуть-чуть почувствовалось переживание и те требования, которые тренер сборной просил от ребят, они старались это выполнять, но, конечно, еще раз повторюсь, качество нужно улучшать, темп и интенсивность нужно увеличивать, но это то, над чем нам необходимо работать. Так что все, что было до футбольного поля, было расковано, уверен, на футбольном поле, конечно, что-то не получается, и футболисты начинают немножко переживать. Мы пытались раскрепостить их, пытались, наоборот, подбодрить, чтобы чуть-чуть переживания отбросили в сторону, но я думаю, еще раз это связано с тем, что мы в тяжелом графике, и мы подошли к этому тренировочному занятию немножко утомленные, плюс солнце, плюс многие взбивающие факторы, которые не позволили максимально качественно себя проявить. Насколько эта тренировка принципиально отличалась от обычной тренировки под вашим руководством в недельном цикле? Мы примерно делаем похожую работу именно в эти дни, предыгровые дни. Единственное, наверное, чуть выше интенсивность, чуть больше объем воздействий. И эта тренировка закончилась двухсторонней игрой. Мы же все-таки, если делаем игры, мы делаем их чуть больше на меньших расстояниях, на укороченных расстояниях, в меньших составах, в средних там составах, которые позволяют реализовывать те принципы игры, которые мы хотим. В целом, очень похожи наши методы, подходы реализации тренировочного процесса с институтом сборной, с Андреем Евгеньевичем Аксеновым. И, следовательно, мы на одной волне в данном тренировочном процессе были. Единственное отличие то, что завершили двусторонней игрой.